Завтра в Чебоксарах стартуют чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Планируется участие более 170 спортсменов из 13 регионов страны. Сегодня в столицу Чувашии приехали практически все участники. Все идет по плану, отмечают организаторы. Но погода все же внесла свои коррективы. Накануне стартов организаторы чемпионата провели пресс-конференцию. Из-за жары оргкомитету соревнований пришлось немного изменить время начала чемпионата по спортивной ходьбе. Так, 6 июня на заливе женщины стартуют в 8 утра вместо 9. Им предстоит пройти 20-километровую дистанцию. А 7 июня на том же месте мужчины начнут прохождение 50-километровой дистанции в 7 утра вместо 8. На соревнованиях будет разыграно 10 комплектов медалей в 4 возрастных категориях. Среди юношей и девушек, среди юниоров до 20 и 23 лет, среди мужчин и женщин. Конечно же, национальные чемпионаты по отдельным видам спорта – это очень важное событие в мире спорта. Но этот чемпионат, он также важен на международном уровне, потому что все спортсмены во всем мире ориентируются на результаты, которые достигают российские спортсмены. Победители первенства России по спортивной ходьбе смогут стать участниками чемпионата Европы и первенства мира среди юниоров. Сборная команда Чувашии будет представлена 42 спортсменами. Среди них Вера Соколова, Светлана Васильева, Петр Трофимов, Александр Ергунькин, Клавдия Афанасьева и другие. Болельщикам и просто любителям спорта скучать не придется. Завтра на церемонии открытия всех ждет сюрприз. Будет уникальная возможность в рамках чемпионата России вживую увидеть легендарный флаг ИАФ, который будет презентован там уже для населения, да, и да, сфотографироваться с ним, потрогать, то есть каждый горожанин фактически сможет это сделать. Легендарный флаг ИАФ затем отправится в администрацию города Чебоксар. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.